Ну, я остался жив. Но ответов не получил. Так что, похоже, все это время потрачено впустую. И я ни за что не признаюсь в этом перед Синдри. Хорошо, что лазать я люблю. Слава Эмиру, ты цел. Как все прошло? Я уж начал бояться. Синдри, я же говорил, что справлюсь. Но, похоже, она не поможет. Где ожерелье? А? Я решил избавиться от него. Она его забрала, да? Тебе сегодня повезло. А теперь скажи, каково это – питаться хаосом? Я… Ну ведь только починил! Мешок все еще при мне, так что если нужна моя помощь, я постою вот тут. Кошмар! Меня сейчас тошнит! Ялпа! Починю все потом. Пойдем отсюда, пока еще кто-нибудь не попытался нас убить. Да, хорошая мысль. Хочу спросить, мы расскажем твоему отцу, раз уж ты вышел оттуда живым? Нет уж, он тебя убьет. Верно. Кстати, к слову о секретах. Я хочу с тобой поделиться кое-чем. Я очень давно скрываю это от брата. На обратном пути скажу. Пошли. Сколько можно? Пойдем к башне Альфхейм. Так о чем ты? Задолго до твоего рождения в кузнице кое-что произошло. И Брок умер. Но я не смирился. Я отправился к озеру душ в Альфхейме, чтобы его вернуть. Полчища душ пытались мне помешать.
До сих пор ощущаю их жуткие касания. Вот только я смог вернуть лишь 3 из 4 частей его души. Синдри. Брок решил, что просто отключился. С тех пор я ему лгал. Но теперь это меня гложет. Ты должен сказать. Он имеет право знать. Надо выбрать время. А ты должен сказать отцу. Это совсем другое. Сейчас? Эрдаута! И все же, ты сделал доброе дело. Ты спас Броку жизнь. От меня одни проблемы. Нет. Я сделал выбор. Хоть и не должен был. В каком смысле выбор? Я... не мог остаться один. Когда его увидели другие гномы, они прогнали нас. Мы ушли, построили себе дом. Ну, изменить прошлое нельзя, но оно тебя не определяет. Вернемся, пока отец не проснулся. Самая здравая твоя идея за сегодня, Тре. Тре? Это... отстань. Ты возражаешь против прозвища? Ах, вот что это было. Дело твое, Лок. Нет, так хуже. А, сказал и сразу сам понял. Ну? Вперед? Паршиво возвращаться ни с чем. После неудачи с Тюром мне так хотелось... Постой-ка, юный Йотун. Тюр не тот, кем ты его представлял, но... неудача? Ты спас его от ужасной участи. Разве это пустяк? К тому же, может, он еще поможет нам. Может быть. Но отец не будет вечно мне потакать. Он, небось, уже выбрал, где мы будем прятаться теперь. Тогда тем более постараемся не попасться. Когда придем, я замету наши следы у врат и войду с черного хода. А ты веди себя естественно, но не медли. Давай, давай. Риск в этом деле меня не заботит. Но надежен ли предреченный ими путь? Я верю в их мудрость. Почти то же самое, что поговорить с ними лично. Уверен, что великаны не хотели бы войны. Я же сказал, они были мудры. А мудрецы обычно предпочитают мир. Вот и ты, братец. Говорил же, не волнуйся.
Атрей, где ты был? Писал. Ну, кому жратвы? Я бы поел. Я отлично выспался, а вы? Спускаюсь. Это колбаса? Ну да, почти. Раньше еда была вкуснее. А ты попробуй наготовить на такую ораву. Наготовлю. Что? Атрей, мы обсуждали дальнейшее. О, и куда идем? В Альфхейм. В мир эльфов. Альфхейм? Ты его ненавидишь. Зачем нам туда? Зачем? За тем, что нам нужны сведения. Святилище Гроа, Атрей. Твой отец сказал, ты нашел его. Гроа? Хранительница знаний? О, я смогу раскрыть там какую-то тайну? Да. Нет никого лучше всевидящей провидицы. Я не думал, что ты... Неважно. Отлично. В Альфхейм. Эй! Не забудь вот это, чтоб туда добраться. Знаете что? Я сделаю нам слов побольше. Значит, мое. Тюр, ты правда хочешь пойти с нами? Да. Когда соберешься? Ну, вернее, когда твой отец соберется в путь. Если мое присутствие поможет вам найти ответы, я хочу хотя бы так отплатить вам. Ну и... Думаю, свет Альфхейма пойдет мне на пользу. Да, эльфийский свет – охрененная штука. А кто подал эту идею? О, разумеется, Мимир. Я просто спросил, как вы меня отыскали. И он рассказал о тайных пророчествах в святилищах великанов. Занятно. Ну и потом мы начали перечислять разные святилища. И тут твой отец припомнил, что у храма света был храм Гроа. И теперь, когда в Альфхейм снова можно попасть, дальнейший план действий стал очевиден. Умнейший в мире человек не сделает неверного шага. И не потому, извиняюсь, что у него нет ног. Я всегда был рад твоим речам. Да. А я рад, что ты наконец свободен, дружище. И тебе я благодарен, Брок. Ты был очень щедр, дав мне эту одежду. Это точно! Я уж не говорю о том, что мне пришлось отдать домовладельцу в обмен на семя Игдрасиля. Домовладельцу? Он не домовладелец. Ясно.
Я готов идти. Спасибо. Он не соврал. Тюр и впрямь спал в каморке для метел. У вас, богов, так принято, что ли? Или так делают лишь те, кто побывал в плену? К вашим услугам. Нам что-то еще нужно сделать? Я за тобой. Буду ждать вас около врат, друзья. Можно я на вас погляжу? Обещаю, я быстро. Поразительно! Потрясающая форма! Сдается мне, вы способны на множество самых разных бесчинств. Что происходит? Это белка, которая ухаживает за древом. Какой прелестный аромат! Возможно ли? Простите за вторжение. О, да! Это смола. Ореховый вкус с ноткой чернил кальмара. Нет. Что, не любите гастрономические эксперименты? Погоди. Если ты Рататоск, почему, когда мы тебя зовем, ты другой? Это долгая история. Но вы правы. Я и впрямь Рататоск. Тот Рататоск, которого вы знаете, лишь одно из моих воплощений. Причем довольно неприятное. Я считаю его настолько далеким от себя, что это почти другая личность. Кстати, о нем. Пакостник, не хочешь повидать друзей? Пошел в жопу, я занят! Этого следовало ожидать. Ну что ж, я очищу для вас это семя от смолы. Желаете его забрать? Это семя? Конечно, семя Игдрасили, если точнее. С тех пор, как мои гномы-постояльцы устроили тут перепланировку, без таких семян не открыть новых проходов в моем древе. В твоем древе? Да, моем. Сейчас я покажу. Вот зачем господину Броку было нужно семя Альфхейма. Похоже, у вас там какие-то важные дела. Семя, что вы нашли, открывает путь в Нифльхейм. Мир древний и немножко липкий. Но если вам понадобится что-то от гномов, Свартальхейм всегда открыт для вас.
если мы сейчас не идем в Альфхейм, Тюру, наверное, лучше остаться тут. Те, с кем мы сражались в Свартальфхейме, были инхириями? Я думал, инхири — это духи, ждущие Рагнарёка в Вальгале. Это были не духи. Верно, брат. Один нашел какую-то лазейку. Сумел раньше времени набрать себе армию. Возможно, лишь потому, что не нашлось честных валькирий, которые бы это пресекли. Которых мы все это время истребляли? Похоже на то. Свобода, отца, не больше однажды. Мы нашим не жизнью, хозяева сами. Как думаешь, что это значит? Не знаю, но тут определенно творится что-то странное. Хотелось бы верить. Пожалуй, нужно и дальше уничтожать всех воронов, которые нам попадутся. Обязательно тут торчать? У меня мурашки по коже от этих бедолаг с растерзанными душами. Хоть это и странно звучит, расскажи еще раз, что бывает после смерти. Душа всякого живого существа состоит из четырех частей. Формы, мысли, устремления и удачи. Устремление влечет души великанов, гномов, эльфов и животных к озеру душ, где все четыре части души могут воссоединиться с великим светом Альфхейма. Значит, Фенрир там, в озере душ? Если в его душе осталось устремление, то да, ей дорога туда. А, вот и вы. Я знал, что вы меня не забыли. Мастер Кратос, нам надо поговорить.
Тюр, ты знаешь Рататоска? Конечно. Пока вас не было, говори. На случай, если вам понадобятся мои услуги, а меня рядом не будет, я установил вот такие колокольчики, чтобы вы могли меня уведомить. Просто бросьте в них топор, и я буду к вашим услугам. Может, попробуете сделать бросок? Великолепно, мастер Кратос! Вы и правда мастер! Отлично. Вы знаете, как меня найти? Так, что еще? Я тут, мастер Кратос. Мы готовы отправиться в Альфхейм. Или тебе нужно что-то сделать в Свартальфхейме? Может, вы не так поняли? Это нужно, чтобы меня позвать. Не надо звенеть, когда я уже здесь. Вам просто нравится звук колокольчиков? И правда, звучат очень приятно. Мастер Кратос, на вас это очень не похоже, но раз вам так нравятся эти колокольчики, звените сколько хотите. Да, прекрасно. Отличный бросок. А, понимаете, вам этот звук кажется негромким издалека, так что не могли бы вы... Я здесь. И давно. Итак. Ясно. Вы намеренно пытаетесь довести меня до нервного срыва, правда? Но меня не так легко довести, друг мой. Да прекрати уже звенеть! Боги, простите, не знаю, что на меня нашло. Я тут, мастер Кратос. Есть вопрос. Великолепно! Я только счастлив поощрить любознательность. Над уступом, который возле тех врат, я заметил драконов. Драконов? Нет, молодой мастер Атрей. То были линдвурмы, дети Нидхёг. Нидхёг? Она их мать? Верно. Кроме того, она важная часть Игдрасиля и Круга Жизни. Я отвечаю за верхние ветки, а Нидхёг жует корни, чтобы предотвратить разрастание. Хрупкий баланс. Так они добрые? Ну, они далеко не так приветливы, как я, но пока вы не нарушаете их покой, не стоит ожидать с их стороны враждебности. Нидхёг – строгая мать, защищающая своих детей и прививающая им дисциплину. Звучит... знакомо. Берегите себя, друзья. Может, расскажете мне по дороге о своем прошлом посещении земли эльфов? Конечно. Первым миром, куда мы попали через твой храм, был Альфхейм. Фрейя хотела пойти с нами, но Один ее заколдовал. Она не может покинуть Мидгард. Ужасно. А потом мы разбили армию темных эльфов, чтобы добраться до света. Вы вмешались в их войну? Нам пришлось. Мы пытались наполнить Биврёст, а они напали. И темные эльфы хотели покрыть его своей липкой жижей. Мы его освободили, и светлые эльфы вернулись. В Альфхейме стало лучше. Вот как. Альфхейм. Сколько лет прошло? Не знаю, в какой стороне храм, но святилище Гроа будет там.